Всем доброго времени суток! Это видео о том, как вы можете использовать свои купоны на скидку 50%, которые дарит нам компания. Несколько раз в году бывает такая акция. Обычно за каждые 999 рублей покупки нам дарят по одному купону, который мы можем в дальнейшем тратить в рамках действия одного каталога. У меня накоплено было 24 карты, я уже использовала 6 и доступно 18. Эту информацию вы можете посмотреть в разделе «Купоны и карты» в личном кабинете своем, в разделе «Меню». Нажимаете и высматриваете, сколько у вас купонов уже есть. Купоны здесь появляются и будут доступны для того, чтобы тратить, только после оплаты заказа, в котором данные купоны приходили. Далее, как и где вы можете найти данные купоны и их потратить. Данные купоны вы можете найти в разделе «Ваши персональные акции» с первого дня действия каталога, в рамках которого можно будет тратить данные купоны и карты. Каталог начинается, вы начинаете оформлять заказ и видите в разделе «Ваших персональных акций» возможность выбрать продукцию по купонам. Здесь есть список, вы можете ввести сюда либо артикул, либо наименование продукции, найти данный товар в списке, либо вы можете пролистать список и посмотреть, что вам хотелось бы приобрести по данному купону. Например, я выбираю крем, нажимаю «Применить», и данный товар оказывается у меня в корзинке. Не дождалась. Обязательно дожидайтесь загрузки. Так, применить, ждем. Так, все, выбрано 4. Вот он появился у нас здесь, уже с учетом скидки. Теперь разберемся, как же высчитывается данная скидка и как же узнать, какая будет цена в итоге у вас после применения купона. Вот у нас есть каталог. Давайте посмотрим на какие-нибудь товары. Так, вот, например, берем устойчивую подводку маркер для глаз. Для того, чтобы высчитать скидку по купону, вам нужно взять черную базовую цену. Здесь она 450 рублей зачеркнута, и от нее вычитаем 50%. Получается 225 рублей. Как мы видим, почти на 100 рублей, даже больше, выгоднее, чем в каталоге. И еще от этой цены вы высчитываете свою скидку 20-26%, в зависимости от того, кем вы являетесь, консультантом, либо привилегированным покупателем. Если вы убираете какой-то товар со скидкой, который и так в каталоге довольно высока, например, скидка 60% на помаду, смотрим, базовая цена 450, если вы берете через купон, то она будет всего 225 рублей. Всего 225 рублей, но в каталоге скидка еще больше, 169 рублей, поэтому после каталога вам данный товар выбрать намного выгоднее. А если же вы берете, например, скажем, вот здесь 55% скидка, то цена у нас, видите, 400 рублей, скидка 50%, уходит 200 рублей. Опять же, по каталогу скидка больше, поэтому лучше, наверное, брать вам по каталогу для того, чтобы воспользоваться максимально акциями каталога. Одновременно тех товаров, которые можно использовать по купону, намного больше в каталоге, и в данном случае вам нужно выбрать, какую скидку применить, либо по каталогу и просто вставить товар в корзинку, либо по купону, и тогда вы эти купоны, товары по купонам выбираете в разделе ваших персональных акций. Это все, что нужно знать об акции купоны на скидку 50%. Делайте заказы грамотно, пользуйтесь максимумом выгод, которые нам дает компания. И не успевайте потратить купоны в рамках действия данного каталога. Действие каталога, которым можно потратить купоны, указаны в вашем личном кабинете, указаны на купонах и указаны в самом каталоге, в том разделе, где рассказано про акцию 50%. Как правило, она находится в начале. Всем успешных покупок, до новых встреч!